Друзья, я не знаю, с чего вы взяли, что у нас не убрано. У нас всегда чисто. Я не знаю, правда, что вам показывают. Зайчка. У нас всегда просто идеальная чистота. Бывает, правда, птички намусорят. Так вот, бывает, что птички иногда намусорят. Да. Пока ребята в отпуске, вот видите, следим. И наш... Да, Чипик? Любишь ты еду везде разбросать? А так, чистота и уют всегда в доме приветствуются. Ребят, мне на самом деле так приятно, что очень много сейчас от вас положительных комментариев по поводу того, как я грамотно рассуждаю, какая я стала мудрая и так далее. Мне, безусловно, очень-очень-очень приятно, но на самом деле открою вам маленькую тайну. Я всегда была такой, просто вы на меня смотрели немного под другим углом, под углом моих истерик. Истерики у меня были от того, что были проблемы в отношениях. Но так как сейчас у нас все наладилось, поэтому на вещи на многие я могу уже смотреть абсолютно здраво. Всем любви!